Я наконец-то выставил свои фуксии на постоянное место в сад, там, где они у меня будут расти. Пришло тепло. Тепло, наверное, уже пришло постоянное. Заморозки кончились. Вот так вот выглядят мои фуксии. Это молоденькие фуксии, которые еще ни разу у меня не цвели. В этом году у них будет первое цветение. Те фуксии, кто смотрит мои ролики и смотрит ролики про фуксии, видели, что в прошлом году у меня очень красиво цвели фуксии. Так вот, те фуксии у меня не сохранились зимой. Они у меня замерзли, все подмерзли и пропали. Это молоденькие фуксии, уже черенки, осенние черенки. Вот так они разрослись, все они прищипнуты. В каждом горшочке, в трехлитровом, растет у меня по две фуксии, по два растения. 2-3 растения. Каждый год я вот именно так сажаю в небольшом объеме грунта. Фуксии растут и цветут хорошо. Вот здесь еще на стойке тоже такие же молоденькие фуксии. Бутончиков пока не видно, но скоро вот-вот они уже появятся. Фуксии пышные, кусты наросли у них густые, хорошие. Вот здесь еще фуксия стоит молоденькая. При посадке в горшки клала удобрение осмокот. В течение сезона тоже буду немножко удобрять. Чем буду удобрять свои петуни, каким удобрением? Этим же удобрением буду поливать фуксии. Это у меня диамофоска в основном будет. Вот скворцу мешаю. Сидит скворец. Прилетел кормить своих скворчат, а я ему мешаю. Он меня отсюда прогоняет. Вот такие фуксии, друзья, наросли у меня в этом году. Будем ждать цветения. Всем пока-пока и до новых встреч!